Шесть негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвали лицензию, так и не вернули деньги государству. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала представитель Пенсионного фонда России Марита Нагога. Фонды эти мелкие. Они должны отдать 470 миллионов рублей. Это накопление 19 тысяч человек. Сейчас обязательство НПФ банкротов берет на себя пенсионный фонд. Но откуда брать деньги на компенсации, в законе не прописано. И пока, рассказывают в Пенсионном фонде, им приходится выбивать долги через суд. Напомню, недавно власти объявили о том, что начинают зачистку рынка негосударственных пенсионных фондов. Все они до 1 января 2016 года должны будут пройти проверку на финансовую устойчивость. У кого получится, тот вступает в систему гарантирования накоплений и работает дальше. Кто экзамен провалит, обязан вернуть деньги государству, то есть в пенсионный фонд.